Падение продаж автомашин в Европе продолжается уже 18 месяцев подряд. Статистика Ассоциации автопроизводителей показала, что больше других пострадала французская Peugeot Citroën. Чтобы удержаться на плаву, она в течение 2 лет сократит 8 тысяч рабочих мест и закроет завод «Вольные Субуа» близ Парижа. Уволенным обещают предложить другие рабочие места. Мы не знаем, что предпринять, что делать. Мы в полной растерянности. Я не хочу менять место работы. Я никого не просил о том, чтобы стать безработным, чтобы лишиться своего места. Эта дирекция компании вынуждает нас пойти на эти условия. В 2010 году продажи Peugeot Citroën возросли на 13%, но уже на следующий год объем продаж упал на 8,8%, а в прошлом году эта цифра достигла 15%. Летом прошлого года концерн объявил о планах сокращения 11 тысяч рабочих мест. Тогда же президент Франции Франсуа Олланд заявил, что намерения автоконцерна неприемлемы и что необходимо сгладить этот удар. В февральском отчете компании сообщается, что она понесла в 2012 году крупнейшие за свою историю убытки – свыше 5 миллиардов евро.